Здравствуйте, это «Новосибирские новости», Анна Протоковила. Как выглядят современные посты полиции, как в Новосибирске помогают участникам СВО и куда привезли первые новогодние елки? Об этом и не только сегодня в выпуске. Теплые выходные без сильных осадков ждут новосибирцев в предстоящие выходные. Перепадов температуры при этом не прогнозируют. В ближайшие трое суток дневная температура поднимется до плюс 4 градусов, ночью будет около 0. В субботу осадков не обещают, а вот в воскресенье и понедельник прогнозируют мокрый снег с дождем. В области может быть даже теплее, чем в городе. В воскресенье 12 ноября воздух прогреется днем до плюс 7 градусов. Автолюбители просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров. По утрам на дорогах местами будет скользко. На площади Ленина должно стать безопаснее. Там открыли стационарный пост современного формата. В этом пункте будет постоянно дежурить сотрудник полиции. Павильон оснастили камеры для задержанных, удобным рабочим столом с компьютером, системой вентиляции и обогрева. Такие же усовершенствованные посты уже установили на площади Маркса и Михайловской набережной. Их откроют в ближайшее время. А до конца 2025 года появится еще 9 пунктов. На это из бюджета выделили почти 8 миллионов рублей. Центральная площадь города – место, где часто проводятся массовые события. Последствия празднеств – нарушение общественного порядка. Для того, чтобы предотвратить преступления, на площади Ленина установили стационарный пост полиции за счет бюджетных средств. Ура! 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 Можно рассматривать как подарок. Со стороны города. Есть, безусловно, участковые пункты, которые мы приводим в порядок за счет бюджета, при поддержке областного бюджета, в общей сложности. Около 20 пунктов. Эту работу мы продолжим. Мы сделаем все, чтобы нашу полицию, наши правоохранительные органы обеспечить всем необходимым. Но все-таки главное, ребята, это за вами. Ваши знания, умения, профессиональные навыки, отзывчивость, если хотите, внимание к тем, кто обращается к вам за помощью. Много людей, в принципе, центр города, поэтому, я думаю, много и тех, кто потенциально может не очень хорошо себя вести, пост полиции важен в этом плане. С детьми, думаю, безопаснее будет гулять, когда есть охрана полиции. Вот так выглядит стационарный пост полиции. Он оснащен современным оборудованием, системой обогрева, вентиляцией. Здесь рабочий стол, компьютер и хороший обзор на площадь Ленина, что немаловажно. В этой стороне камера для задержанных. Пока основная бригада совершает обход, дежурный остается на посту. Здесь еще будет оборудовано видеонаблюдение, подключено к нашим системам, заказаны встроенные шкафы, также будет там для приема пищи место оборудовано. Сотрудники патрульно-постовой службы несут службу круглосуточно, в любую погоду, и в жару, и в самые холода. То есть данные пункты будут большим подспорьем для патрульно-постовой службы. До конца года в городе откроют еще 2 таких полицейских поста на площади Маркса и Михайловской набережной. Сотрудники полиции уверены, пункты хорошо зарекомендуют себя и помогут снизить уровень преступности в разных районах города. Более 600 участников СВО подали заявку на реабилитационные сертификаты в Новосибирской области. Проект комплексной помощи начали в марте 2023 года. Сертификат дает возможность не только мобилизованным, но и действующим военным пройти курс реабилитации в 6 медицинских центрах. Ну, был минометный обстрел, мы спасали раненых, и когда вытаскивали, получается, меня зацепило осколочно. Ну, и задело нерв. То есть, ну, соответственно, у меня нога перестала двигаться, а сейчас иду на восстановление. Положительная динамика, она наблюдается, а чувствительность ко мне, ну, не сразу, а постепенно возвращается. Соответственно, это медикаментозное лечение, потом психологическая помощь также. Тренажеры. Вот. И все это вместе в совокупности очень хорошо работает. Вот. И как бы я здесь нахожусь уже 10-й день, и результат он заметен. Мы работаем с нарушениями неврологических заболеваний, по их восстановлению, травматолога, ортопедическую помощь оказываем в плане реабилитации. Ну и когда началась СВО, разумеется, мы сразу поняли, что можем оказать помощь
участникам СВО после ранений. Результаты, в принципе, достаточно ободряющие. Помощь была оказана качественную в полном объеме. Удалось улучшить утраченные функции, восстановить в какой-то мере их состояние, насколько это позволяло время, затраченное на их реабилитацию. Напомню, что у нас реализуется проект, который называется «Сертификат по реабилитации участников СВО, которые получили ранения». Уникальность в том, что люди, которые возвращаются из СВО, не обязательно мобилизованы, могут быть и действующие военные, они получают возможность получить комплексную реабилитацию, социальную, медицинскую, культурно-оздоровительную, и проект уникален в том, что он масштабируется. За это время с 1 марта появились новые центры, появились новые участники, которые не относятся к социально-медицинской реабилитации. Допустим, частный бизнес сегодня тоже также представляет свои бассейны, спортивные центры бесплатно, поэтому мы видим, как общество откликается на этот проект. А вообще было 616 заявлений уже получено от участников СВО, 402 уже выдано, то есть по ним составлен маршрут. То есть ребята уже выбрали и культурно-досуговые мероприятия, и те центры, где они будут проходить реабилитацию. Соответственно, проект живой, проект работает. В Новосибирске появились первые елочные базары. Пихты привезли из Кемеровской области. Пока деревья покупают в основном оптовики. В ближайшее время торговые точки откроются во всех районах города. Продавцы обещают держать цены на уровне прошлого года от 1500 рублей и советуют покупать праздничное дерево в середине декабря. Мы будем стараться держать прошлогоднюю цену. Подлесочек, то есть молодое дерево, будет стоить от 1500 до 3000, макушечки от 3 и выше. Все зависит от пушистости, высоты. А покупать лучше все-таки всегда советую 15-20 числа декабря. Позже не тянуть, так как и выбора становится меньше, потому что весь ажиотаж становится в 25-х числах, все прилетают, разбирают, и после этих чисел ничего не остается. Приходить пораньше, покупать, убирать на холодный склад, балкон, либо кто в частном доме живет на улице. В первую очередь, конечно, мы смотрим на цвет хвои. Она должна быть зелененькая, живая выглядеть, не старая. Верх не должен быть сильно желтым. Также по весу, например, нужно определять. То есть приподнять она не должна быть сильно легкая. Если сильно легкая, она уже, скорее всего, давно спилена и подвысохла. Как построить экономику так, чтобы у производства не было отходов, обсудили сегодня студенты на межвузовском экологическом кубке. 5 команд молодых экологов презентовали на конференции свои проекты. 3 лучших получат кубки. Замыслы оценивают бизнесмены и чиновники. У авторов-победителей есть шанс воплотить свои идеи в жизнь. Когда вы выбрасываете пластик не в тот контейнер, в мире падает в обморок 10 экологов. Сдавайте пластик в фондомат. 11-й межвузовский экологический кубок. Тема нашего мероприятия – экономика замкнутого цикла. Это экономическая модель, которая учитывает особенности использования ресурсов, их переработки и образования отходов. Нацелена на внедрение таких технологий, в которых отходы будут, в принципе, отсутствовать. Студенты представят нам проекты и свое видение нового слова в развитии экономики страны нашей. Мы хотели бы предоставить информацию про изготовление именно мебели из стеклопластика. Он износостойкий очень. Плотность у него невысокая, поэтому он легкий достаточно. И хорошо подвергается переработке последующей. Бутылки из-под воды, из-под лимонадов. Их можно перерабатывать вторично для, например, производства каких-то других, например, таких же контейнеров. И дальше вот этот пластик, который получается вторично переработанного, его можно переработать дальше. Отдать компаниям, которые используют пластик для производства тротуарной плитки, допустим. 3 кубка мы вручим 3 проектам победителям. Мы не зря приглашаем представителей бизнеса и властей. Есть конкретные люди, к кому можно обратиться для дальнейшего внедрения проекта в жизнь. Почувствовать себя жителем советской коммуналки можно на новой выставке в музее железнодорожного района. Узкие коридоры с пожелтевшими обоями, кухня со скандальными соседями и комнаты, где обитают такие разные люди. В атмосферу общего быта сотрудники музея погружают прямо с порога. Чего приперлись? Ну, раз приперлись, так проходите, да. Ну, вот тут у нас, как видите, прихожая, да. Пойдемте далее.
Вот. Сегодня музей железнодорожного района превратился в настоящую коммуналку. Здесь все напоминает квартиру середины 20 века. Вот здесь на стене висит настоящий велосипед. Здесь же коньки, а на шкафу встречают старые чемоданы. Большой выставочный зал мы превратили в вот такие 4 локации, 4 комнаты, в которых живут совершенно разные люди. Больше половины предметов – это музейные фонды. Мы постарались достать те предметы, которые годами лежат в запасниках, и никак мы их не можем выгулить. Жить просто невозможно. Мы очень ждем жилищную комиссию, чтобы они к нам пришли, разобрались наконец с этим вопросом. Понимаете, огромное количество спектаклей. Боже мой, я в свое время имела такой успех, вы даже не представляете, как меня встречала публика. Ну, к сожалению, сейчас это все в прошлом. Вот немного предметы из моего прошлого быта. Все эти статуэтки мне когда-то дарили мои поклонники. Жители этой квартиры, они же экскурсоводы, предлагают прогуляться гостям по тесной комнате. Например, здесь живет сразу несколько человек. Большая семья, актриса и молодой геолог. Об этом нам говорят экспонаты. Например, здесь котелок и туристический набор. Вот прям сразу загорелась такой мечтой, таким желанием прийти сюда, чтобы вспомнить какие-то старые времена, потому что я тоже помню еще вот многое из того, что здесь есть представлено, было в моей юности, в моем детстве, и поэтому очень интересно, я в восторге от выставки. На выставке гости не только знакомятся с историей Советского Союза, но и окунаются в ту атмосферу. Здесь можно все потрогать. Выставка будет работать до середины февраля. Молодой органист Федор Морозов представил программу «Наследие великих» в Новосибирской филармонии. Его называют не просто музыкантом, а деятелем современного органного искусства. Орган имеет невероятный диапазон регистров, и на нем можно исполнять не только церковную музыку. Орган уже довольно-таки долгое время становится светским инструментом, потому что многие вещи, они написаны не только с аллюзией на церковную музыку, вот там, те же хоралы Баха, да, понятное дело, это церковная музыка. В современном виде орган приобретает уже такие формы, что и произведения исполняются, и современная музыка пишется, она далеко не церковная. Что он планировался как замена хору и оркестру. Он не только поддерживал хор, но он мог и заменить оркестр. Я пытаюсь донести именно то, что хотел сделать композитор, и, понятное дело, наложить небольшой какой-то свой отпечаток. То, о чем уже я думаю, и как я это вижу. Трубой можно заменить струнный инструмент. Вот у вас струна, а вот у вас труба. Природа звука, она иная. Но попытка имеется. Вот мы видим клавиатуры, называются мануалы. Ну, мануал это и есть и клавиатура, если уж вдаваться в семантику слова. Да, также имеется клавиатура в педали. Вот органист, когда играет, это, считайте, та же самая клавиатура, что в руках, но укороченный вариант и для ног. Да, то есть в данном случае у нас от ноты до большой октавы, вот там она будет, если в руках это представлять, от ноты до большой октавы, до ноты фа первой октавы. Вот, вот такое вот расстояние, вот такое количество нот находится в ногах у исполнителя. Вот эти кнопочки, это называются те самые регистры, о которых я рассказывал, это попытка сымитировать, ну, если уж совсем-совсем-совсем простым языком, орган, это такой древний синтезатор, так это назовем. И вот те вот педальки большие, это, собственно, называются они швеллерами. Швеллер – это педалька, и это один из немногих способов для органиста как-то повлиять на звук, сделать его громче, тише, ну, крещендо-диминуэнто. Актуальные новости каждые полчаса на радио «Городская волна». Слушать можно в умных колонках. Попросите Алису включить радио «Городская волна». А на сайте nsknews.info читайте о том, какие культурные события можно посетить на выходных. Смотрите новосибирские новости на платформах Дзен и Рутюб. На этом все. До встречи.